Да, у нас проблема. С канализацией течет уже больше недели, если. Наверное, уже на 2 прошло. Водоканал вообще не хочет работать. Если работают, выкачивают, уезжают. На этом все. Она как текла, так и течет. Временно останавливается. Потом опять. Ремонтировать никто не хочет. И причину выяснять. Кому не интересно, что вот эта вся гадкая вода вонючая выходит аж до самого путепровода на выход. Вот стоит неимоверная. Течет.